Привет всем, с вами Светлана, и сегодня я хотела бы рассказать и показать такой фаленопсис, как Леодора. Это гибрид двух знаменитых орхидей, как фаленопсис девентериана и фаленопсис виоленсия. Этот гибрид был зарегистрирован в 1982 году и сначала назывался Sweet Memory, а потом уже у него появился такой синоним, как Леодора. От своих родителей, от Виоленсии, он унаследовал вот такие яркие салатовые лопуховые листья, которые очень красиво смотрятся, и фиолетовую сердцевинку и пахучесть. Пахнет он ландышем слайма. Начинает пахнуть эта орхидея, когда температура в квартире где-то или вообще, где она находится, около 21 градуса. И пахнет она до вечера. Очень приятный аромат распространяется на всю комнату. А если ты сидишь близко, так вообще, как будто бы кто-то напрыскал духами. Вот. Свои длинные стрелки и желтую окантовочку он наследовал от своего родителя девентериана. Этот фаленопсис цветет, может цвести очень долго, как бы круглый год, потому что у него револьверное цветение, то есть его стрелки не надо обрезать, вы оставляете стрелки, и он отцветает один цветок, второй, и у него появляются бутоны, он распускает новые цветочки. Поэтому ароматом и красотой вы будете вознаграждены весь год. По требованиям он, как все фаленопсисы, неприхотливый. Единственное, этот фаленопсис любит теплые температуры от 20 градусов до 32 и хорошую влажность воздуха. Немножко больше, чем фаленопсисы ботанические, которые у нас растут в домах. Вот такой красавец, вот такие яркие цветочки и прекрасный аромат. Спасибо, что были со мной, что заходите на мой канал. Всем хорошего дня, хорошего настроения и обязательного цветения ваших цветочков. Пока!